И говорится, что у нас есть вот это желание наслаждаться плодами. These fruits are the result of my hard work. Вот это плоды моего тяжелого труда. I'm going to enjoy them. Я буду ими наслаждаться. And when the Hare Krishnas come, I'll tell them, get lost. Когда ко мне обращаются кришнаиты, я им скажу, убирайтесь. Я наслаждающийся. That's the power of illusion. Таково могущество иллюзии. Where we think I am the doer. Когда мы думаем, что я тот, кто действует. I am the enjoyer. Я наслаждающийся. Krishna in the Bhagavad Gita encourages us to do our duty. Кришна в Бхагавад-гите вдохновляет нас исполнять свой долг. But he encourages us to do our duty in the mood of detachment. Но он говорит, что нужно исполнять свой долг в духе отречения. What is the one example that you give? Какой пример он приводит? Lotus leaf in water, but doesn't touch the water. Лотос, который растет в воде, но воды не касается. I don't think you have lotus in Vologda. В Вологде я не думаю, что у вас есть лотосы. If you want to see lotuses, you'll have to go to Tashkent. Чтобы увидеть лотосы, вам нужно будет в Ташкент поехать. Or India. Или в Индию. So, lotus leaf is in water, but doesn't touch the water. Лотос растет в воде, но воды не касается. So Krishna encourages us to work in the mood of detachment. Krishna don't be attached to the results. Вдохновляет нас действовать в духе непривязанности, не привязываться к результатам. Sometimes we see even our initiative to be ourselves get all attached to the results. Иногда можно увидеть, что даже инициированные преданные грехасхи начинают привязываться к результатам. Like Venuka Sara wanted to eat the fruit, we all like to eat the fruit. Так же, как Венука Сура хотел сам съесть все плоды, мы тоже хотим сами наслаждаться плодами. But when he was knowledge, he said, these fruits are given by God. Но человек, который обладает знанием, понимает, что эти плоды даны мне Богом. So let me use everything in service of God. Поэтому я должен все использовать в служении Богу.